что мы пенсионеры. Ходим, вот видите, что? Иду вот к ней, чтобы она мне что-то дала покушать. Потому что невыносимо. Цены бешеные. Иду специально с Нагорной, с самого низа. Иду сюда, в магазин, чтобы купить крупу. Потому что дешевле, потому что везде дорого. Нам, пенсионерам, очень сложно. Очень. Повышать надо пенсии, минимальные зарплаты. Ну и все прочие выплаты. Ну, как говорится, знаете, лучше пусть будет все что угодно, лишь бы не было войны. Ну вот, наверное, из-за этого кредитов и долгов и нагнали нашу страну, так сказать, да, в эту всю нищету. Я думаю, так. За пенсионеров вообще рот закрыли. И звука никто не произносит даже. Ни по телевидению, ни в газетах, нигде. Я думаю, нет. Я думаю, то, что недостаток рабочих мест. Недостаток условий всего лишь. А то, что бедность, нет. С этим Россия всегда жила спокойно. Раньше говорили, не в деньгах счастье, но за них его покупают. Не знаю, я считаю, что люди должны в нашей стране жить достойно. И каждый получать нормальную зарплату. Я с ним согласен, я бедный. Просто двигаться надо, работать побольше. И все будет хорошо.